В общественной палате Карачаева-Черкесии прошло заседание круглого стола на тему «Общественный контроль на выборах. Задачи и перспективы развития». Участие в обсуждении важных вопросов, касающихся выборного процесса, принял член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и по правам человека Александр Брод. Он зачитал доклад, где были озвучены данные независимого общественного мониторинга об организации процедуры голосования, о попытках дискредитации выборов в разных регионах России, мерах противодействия ложной информации, о важности подготовки людей, которым будут мониторить происходящее на избирательных участках. В Карачаево-Черкесии обучение 630 общественных наблюдателей стартовало в начале этого месяца. В целом избирательные кампании в республике проходят в рабочем режиме, нет нарушений, нет отказов в регистрации. Политические партии демонстрируют высокую культуру. Ну и, конечно, мы нацеливаем на то, чтобы штаб вел мониторинг и муниципальных выборов, которые не менее важны, чем выборы в народное собрание. Поэтому убеждены, что общественные наблюдатели выполнят свою миссию по обеспечению законности, открытости избирательного процесса. Большинство партий, которые идут на выборы, они идут в рамках патриотического консенсуса. То есть они говорят о том, что в настоящее время патриотизм – это основная идеология Российской Федерации, что на основе патриотизма, любви к родине, защиты своего отечества и строится вся вот такая политическая система.